Антоний Макаров. Здравствуйте, я Антона знаю очень давно. И я почти все выставки ее с удовольствием посещаю. Дело в том, что это вот такой человек, который вот от выставки к выставке не устает удивлять. Я вот похожу и думаю, ну как это у него получается? Дай Бог, как говорится, чтобы так дальше продолжалось. Спасибо ей за то, что она делает. Мы тебя любим. Мне, наверное, нужна ваша поддержка, потому что я не знаю, по крайней мере, пока не знаю, может быть, это через какое-то время пройдет, но сейчас вот тяжело, знаете, какая-то, бывает у художников такое, поднимите руки, художники, бывает или нет? Бывает. Чем за следим? Так, дамы и господа, если еще желающие сказать что-нибудь напутственное перед началом выставки? Ну ладно, дамы и господа, ходит пауза, микрофон не выключается, кто надумает, подойдете, скажете. Ну и мне в заключение следует вам сообщить следующее, чтобы вы сориентировались во времени и пространстве. У нас выставка занимает все три наши помещения, то есть выставочный зал, фойе и стены в кофейне. То есть вот все, что Алена принесла, мы постарались более-менее вразумительно развесить. Мне кажется, что у нас это получилось. Ну и в конце у Андрея Андреевича Вознесенского есть такая фраза. Бывает время, когда не пишется. И не писать ни с руки, и не написать ни строки. Но после этого он написал еще 4 тома, так что все еще впереди. Даже все еще впереди. Ну, кстати, тоже, между прочим, интересный вариант. У нас же сколько живописцев, которые живописцы именно, потом писали замечательные книги. Итак, дамы и господа, мы объявляем выставку открытой. Напоминаю про три помещения, которые следует посмотреть. И, что называется, Алена попросила вашей помощи, подходите, говорите. Кому не хватит устных слов, вот здесь лежит тетрадь, напишите, пожалуйста. Сегодня уже 2 человека написали достаточно большие отзывы. Затем спасибо за внимание, дамы и господа. Продолжаем общаться с искусством, с Аленой. И давайте похлопаем. Алене. Они большие молодцы. Спасибо, дамы и господа.